dvhub.ru. Вы знаете, я осмелюсь процитировать замечательного поэта Мандельштама, который говорил, что над скучными ошибками веков есть ценности незыблемой скалы. Так вот, для меня гражданская позиция – это та скала, которая во мне сидит. Я понимаю, что сейчас очень сложное время, когда мы должны свою гражданскую позицию активно выразить. Я против балагана, который пытаются навязать некоторые псевдокандидаты в депутаты. Это не цирк, это серьезное время. Я как гражданка сегодня свою позицию смело и открыто высказываю. Я за кандидата Путина. Я за президента даю подпись Владимира Владимировича Путина за то, что в нашем правовом государстве стабильность, развитие идет хорошо, идет развитие Дальнего Востока. Я поддерживаю полностью все программы Владимира Владимировича Путина. Развитие малого бизнеса на Дальнем Востоке и привлечение различного сферы предпринимательства на Дальний Восток. Это, например, как это гектар можно взять. Вот это очень хорошо для молодого поколения, для бизнеса очень. То есть можно развиваться на Дальнем Востоке. И приток населения идет на Дальний Восток. Я должен был отдать свой гражданский долг и участвовать в выборах президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы сегодня работаем с 9 утра. И, конечно, основной поток идет уже сейчас, вот ближе к обеду. Людей достаточно много. И все стараются, конечно, выразить свое мнение, дать голос за нашего президента, сделать свой выбор. Поэтому у людей приходит достаточно много. Ну, когда единственное, что мы приглашаем на выборы, и все с, так скажем, приподнятым настроением, что, конечно, мы обязательно придем, потому что, я говорю, в России, мне кажется, это прям как праздник. Мне, на самом деле, очень интересно, и мне нравится помогать, так скажем, в этом мероприятии, потому что я поддерживаю политику нашего президента, и мне интересно увидеть, опять же, голос людей, как они считают, поддерживают они его или нет. dvhub.ru